все очень просто. А позапрошлый год душу не упал. Это не факт. Это хыки домик, вот это где мы выходили, да, где машины стоят. Где желтые шарики должны. Да, это как бы ограничение, которое дальше не надо. Не надо в них упираться, просто вот здесь выйти и все. Стоп, какой момент? Время... Заваливается когда? Когда человек вышел на берег, вот. На сухую. Пока он идет, еще идет время. Вот. Около шагов и выйти. Дорогие ваши ловцы, рады вас приветствовать. Вы все молодцы, преодолели свой страх, свою инертность, заявились на этот заплыв. Я думаю, вы все проплывете. В любом случае, вы уже победители. Вот, и слово предоставляется начальнику управления физкультуры, спорта и туризма города Чебоксары Александру Евгеньевичу Малову. Доброе утро. Добрый день. Алло. Вот, ну, то, что тяжело погода назад. Но, тем не менее, вода есть вода, дистанция есть дистанция. Надеюсь, что количество стартовавших, точнее верю, что количество стартовавших будет равно количеству финишированных. Но я хочу сказать, что вот мы в администрации города, учитывая, что у нас глава администрации, он по своему характеру экстремал. Мы уже много чего сделали, да? В хоккей играем, с парашютом прыгнули, да? Вот глава говорит, одно осталось. Волк не хотел. Но... 12 июня? Но я думаю, что это мы оставим на следующий год. С вами. Надеюсь, в октябре месяце. Тяжело будет. Ну, в общем, дорогие друзья, я хочу от всего руководства города пожелать вам, чтобы вот те мероприятия, которые мы совместно с федерацией проводим, они, ну, по крайней мере, мы всегда стараемся идти на встречу. Мы за здоровую жизнь. Я очень рад, что у вас здесь. Желаю вам удачи. Неважно. Первое тоже хорошо, но вот. Главное, чтобы мы вас всех встретили. Да, это было. Всех. Ну я голосом. Голосовая команда. На старт. Внимание, вот сейчас, когда Вадя будет, перед словом. Совместим со словом старт. Да-да-да-да-да! Сейчас. Может быть, слева.
пойти и оттуда фотографировать, как раз солнце со стены будет. Сейчас вот человек нам зацепит, как последнего. Вот он последний. Он будет первым. Когда будем купаться? Прямо сейчас. В следующем году. Кепку сейчас нырнешь. Матушка спросил, когда, тебе ответил сейчас. Первый плывет, и то не особо у него техника крутая. Спортсмен, конечно, оторвется. Я не знаю, у кого какой-то горячий, кто тренировался. А я не знаю. Я боюсь, у нас задача другая. У нас, да, у нас задача другая. Тренерская масштаб, это тренерская секунда, наверное.
правый борт еще, вон человек 5. Вот та сторона. Давай, давай, быстрее, баржа идет. Основная масса стоит. Опа, гаси, волна, камера. Зачем такую сделать? Давайте не так сильно поедем. Все уже, больше сильно не поедем. Смотри, Чувашев называется. Ванна под ногами, вода. Ух ты. Где я видео? Деда испугается, крыша. Что случилось? Что подумаешь? Лариса, Лена, молодец, молодец! Володя, молодец! Теперь туда. Если до финиша, то вам вдоль берега еще. Еще идут на базу. Знаешь, да? Я тут был, блин. Давай.
кухню привезли, смотри. Давай поедим. Ходи скорее, ходи скорее.
Когда кто-то тонет, его кидает там.